Особым местом ЧП в Уссурийске стал район Зеленого острова, парка развлечений, где содержат животных. Вода пришла сюда быстро, и несмотря на то, что клетки с хищниками были рассчитаны на подтопление, парк находится в низине, потоки полностью залили их все. Здесь начинается зона подтопления зоопарка «Зеленый остров», где по-прежнему заложниками стихии продолжают оставаться десятки зверей. Накануне часть из них удалось спасти, и сейчас в своих клетках остаются хищники, несколько медведей и лев. Волонтеры пытаются как-то поддерживать этих животных, совершают на моторных лодках рейсы вглубь территории и надеются на то, что уровень воды в ближайшее время не поднимется. Вопрос эвакуации зверей еще только обсуждается, учитывая, что это опасные хищники, животных только проверяют и подкармливают, и оставляют под замком. Пока чиновники и силовики решают, что делать, волонтеры и просто неравнодушные горожане организовывают собственные рейды на место. Мишаня? Ай-яй-яй-яй! Добровольцы как могут стараются обеспечить медведей. Хлеб и сахар – главные продукты. Глюкоза нужна зверям, чтобы выстоять в холодной воде. Кто-то принес хищникам замороженное мясо и курицу. Пришлось отвозить обратно и размораживать. Хищники холодное не едят. Слишком большая вода, вывести невозможно. Это только нужен грузовой вертолет, если можно. Вывести только грузовым вертолетом. Поднять и вывести. Только так, иначе не вывезешь. До места, где расположены клетки, можно добраться только на моторной лодке. Попытки уйти в зоопарк на веслах безуспешны. На центральной аллее сильное течение. Такой сплав опасен для жизни.